Акціонерне товариство «Ветковський агросервіс» було створено на базі нескольких підприємств, а тому працює по різних накірунках – від ремонту сільськогосподарчих машин до вирощування зерня. Сьогодні одна з головних задач – підготовка техніки до польових робіт. Правда, мобільну групу більш цікавить не витворчі досягнення, а питання санітарно-битових умов і охови праці. Хоч одразу ознайомитися з усією відповідною документацією не отримується, відказна особа у цей час знаходиться у медицинській установі разом з ключами від службового кабінету. Неді праз годину документи все ж таки знаходяться і оказуються практично у повному порядку. У всіляким разі серйозних заваг на гэты конт члени мобільної групи не виказують. Не трапляє ніхто з работников Ветковського агросервіса і у спіс тих, хто знаходиться на працовному місці у стані алкогольного оп'яніння. Спеціалістів під градусом на підприємствах Гомельської області увогулі становиться менш. Але покуль гэта ще не всеагульне правило. Практически в кожному районі мають місце бути случаї, коли на производстві или же на фермах, в організації люди бувають в состоянии алкогольного опьянения в рабочее время на рабочих местах. Дозы выявляются разные, начиная от 0,45 промилле в крови, до 2 промилле, 3 и до 4. То есть бывают совершенно разные промилле и разные состояния алкогольного опьянения, вплоть до тяжелых. Ферму, якая належить Ветковському агросервісу, мобільна група навідує не випадково. У облвоконкам поступила інформація, що живёли утримуються тут у бруді. Ті то на фермі поспіли навести порядок, ті то інформація не відповідала речаїсності, але зауваг у члену обласної мобільної групи нема. Агрогородок Неглюбка – один з самых отдаленных населенных пунктов Ветковского района. До райцентра отсюда 45 километров. Нельзя сказать, что районное керовництво тут бывает редко, а вот областная мобильная группа в опошний раз в этой местине наведывала неде 2 года тому. Тады за увагу до размешанного тут акционерного товариства «Дружба» было шмат. За минулый час у господарства изменился не только керовник. Переменные у пытаниях оховы працы бачные одразу. Вытворчие будинки, которые находились в аварийном стане, отремонтовали. Небеспечное укрыстание саморобное обсталявання отправили у металолом. Члены областной мобильной группы подкресливают, их головная задача не покарать, а выявить недохопы и дать парады по ликвидации. На гэты раз и она выканана. Действительно, когда я принял это в хозяйство, мы начали здесь наведение парадка, культуры производства. Ну и, естественно, в первую очередь и во главе угла поставили вопросы по технике безопасности и охране труда. Апошний объект подчас гэтага рейду мобильной группы Гомельского облвоконкама – молочный комплекс акционерного товариства «Дружба». Жанчыны-жывёлаводы без проблем проходят проверку на утрымание в организме алкоголю и уключают доильные аппараты. Покуль вельми ўжо высокой зарплату в этом сельгаспрадпрыемстве назвать нельга, але после того, как относительно до своих обовязков у вязковцев почали изменяться, а дисциплина стала больш жесткой, можно сподеваться и на больш высокие показчики. Я не знаю, наверное, уже таких у нас людей не осталось, которые чем-то недовольны. Там бывают рабочие моменты, ну, а в принципе, то нормальные, хорошие люди. Пьянок на работе – это вообще в последнее время редкость, очень большая. Был у нас один, мы его, ну, пошел, как говорится, по своим местах. Ну, а так, вроде нормально. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.